Поползли слухи о резком подорожании в России красной икры. Дескать, рыбаки едва ли не вдвое подняли оптовые цены. Да, так как горбуша и киты к дальневосточным берегам подошло меньше, чем ожидалось. И очень скоро все это скажется на наших с вами кошельках. Однако эксперты призывают не волноваться. Ситуация нагнетает торговцы, которые никак не могут распродать еще прошлогодние запасы деликатеса. И им выгодно создать ажиотаж. Что касается нынешней путины, то итоги принято подводить в сентябре, а не в середине лета. Рыба идет на нерест не стройными рядами, а волнами. Икра до конца года может подорожать из-за инфляции, то есть в пределах 10%. И вся эта ситуация очень напоминает то, что было с гречкой несколько лет назад.